Послание к евреям, глава 13. Братолюбие между вами да пребывает, страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страдающих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав не серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо такие жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью вечного завета, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком деле добром, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите слово сие увещание. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь.